Сегодня, пожалуй, никого не удивишь мастерским фотошопом, призраками, инопланетянами или гигантскими монстрами. Но когда-то возможностей для подобных спецэффектов просто не существовало. И неожиданные объекты, вдруг проявившиеся на снимках, вызывали у людей целую бурю эмоций, ведь они просто никак не могли быть фальшивкой. В истории есть несколько известных снимков, которые никто так и не смог объяснить с точки зрения здравого смысла. Странный космонавт в скафандре, похожем на современный, неожиданно появился в кадре. Случилось это в 1964 году, когда Джим Темплтон просто снимал свою дочь на зеленой лужайке. В наше время фото было изучено с применением самой передовой техники, оказалось, что снимок подлинный. Зловещий гость появился на милом семейном фото. Семья Куперов едва успела переехать в свой новый дом в штате Техас. В честь такого события все семейство собралось за столом на праздничный ужин и было сделано несколько совместных снимков. Но напечатав фото, на нем обнаружили странную фигуру. Куперы быстро продали дом и уехали. Групповой снимок авиационного эскадрона 1919 года кажется ничем не примечательным. Но за спиной одного из летчиков словно стоит кто-то еще. Увидев его, участники фото пришли в ужас. Это был Фредди Джексон, механик, погибший за два дня до этого. На этом фото запечатлено открытие моста Соус-Фоуркс-Бридж в 1914 году. Однако взгляните на мужчину в заднем ряду. Его футболка и солнечные очки выглядят слишком по-современному. Да и фотоаппарат в руках сильно отличается от того, что использовали 100 лет назад, отмечен левее. В 1924 году на американском судне «Отертон» произошло несчастье. Двое матросов погибли, отравившись парами нефти. Их похоронили прямо в море, близ Мексиканского залива. Однако, всякий раз, проплывая неподалеку, члены команды видели лица погибших товарищей в воде. Капитан даже лично сфотографировал их. Позже фото было изучено, и следов фальсификации не нашли. Всем огромное спасибо за просмотры. Поддержи канал, переходите в раздел «Видео». Там вы можете найти еще много интересных роликов. Буду благодарен за просмотры. Поставь лайк и подпишись. Дай мотивацию для будущих более крутых роликов.